Приветствуя паломников на своих общих аудиенциях, Папа Франциск останавливается, чтобы благословить большие семьи, а также супружеские пары, только начинающие свой путь семейной жизни. Он даже дал несколько советов Виктории и Манелю. Папа спросил нас, ссорились ли мы уже, и мы сказали, что женаты всего 4 дня, так что нет. Но самое главное, он сказал нам, что если мы ссоримся, мы должны перемириться в тот же день, то мы не можем лечь спать в ссоре. Рекомендация папы – всегда с любовью и нежностью просить прощения. Он сказал, что мы не должны ложиться спать, не попросив прощения. Нужно хотя бы просто извиниться. Ну, извини, и все. Мари Бертран возвращается во Францию с мужем и 4 детьми после 3 лет проживания в Риме. Она говорит, что получение благословения от папы – это лучший прощальный подарок, который могла получить ее семья. Мы действительно будем хранить это доброе воспоминание о благодати и благословении в своем сердце. Папа благословил нас, так что это был очень важный момент. Аудиенции папы приостановлены на время его отпуска в июле. В августе он возобновит свои общие аудиенции и продолжит направлять пары в их семейной жизни на всех ее этапах.